Всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ из компании Oriflame. На экране вы уже можете видеть следующий каталог. И также я здесь отметила некоторые товары, но об этом чуть позже. В этом каталоге, который действует на данный момент, я себе приобрела водичку новую со скидочкой. Это у нас серия Women's Collection Powdery Mimosa. Здесь объем составляет всего лишь 75 мл. Очень компактная вода, размером с мою ладошку. Очень приятный стойкий аромат. Я, конечно же, была и удивлена. Ранее я приобретала водички из данной коллекции, но так и не дошло до того, что я ими пользовалась, потому что я их просто дарила на различные праздники, на день рождения, на Новый год и так далее. Вот. И наконец-таки, собственно, дошла до себя и приобрела эту замечательную водичку. Вы можете уже видеть, сколько я использовала за 4 раза. Парфюмчик очень интересный, тип аромата цветочный зеленый, верхние ноты здесь лимонный аккорд, бергамот, мандарин, ноты сердца абсолют мимозы, апельсин, жасмин и свежая роза. В базовые ноты входит гелиотроп, белая древесина и ветивер. Как только вы наносите этот аромат, я лично вот на своей коже чувствую, конечно же, верхние нотки, это лимонный аккорд и бергамот. Чуть позже для меня этот аромат раскрывается нотами непосредственно мимозы и белой древесины. Очень люблю в ароматах белую древесину за ее небольшую такую мускусность. Все-таки она очень приятно пахнет. И, конечно же, я такие ароматы люблю. Поэтому, кто искал стойкий цветочный такой зеленый аромат летний, ненавязчивый, этот формат парфюма ваш. Также в линейке Oriflame вышла такая же водичка, ну, из этой же серии, конечно же, Women's Collection, это аромат с пионом. Но я пробник себе не брала, остановилась все-таки на полноформатной версии водички Мимозы. И второй товар, который также был приобретен в этом каталоге, это гель из серии Feminelle. Так что вот такой вот небольшой мой заказик. И давайте же перейдем к основному каталогу, посмотрим, что же нам компания предлагает в каталоге, который будет действовать у нас с 21 июня по 10 июля. Здесь каталог представляет себя, товары по супер скидкам. И, конечно же, я отметила, тут будет супер большое количество гелей для душа по очень хорошим ценам. Вы можете уже видеть, вы видите скидку, да, которая идет по розничной стоимости, но для тех консультантов или партнеров компании Oriflame, конечно же, еще дешевле. Я планирую приобрести себе в набор 5 гелей для душа здесь есть. Кстати, даже есть тоже мужской, но его я не отметила. Вот, гели для душа Discovery очень приятный аромат имеют. Как вы знаете, очень ненавязчивый. Они не парфюмированные, то есть, в общем-то, аромат достаточно быстро выветривается, но очень мягкий и легко пенится. Мне очень нравится, особенно, конечно, Камчатка. И раньше был в компании еще аромат, который называется «Японские церемонии». Не знаю почему, сейчас я этого геля вообще не вижу, может быть, когда-нибудь его все-таки и вернут. Также я хочу себе приобрести наборчик. У нас будут две новые водички. Как вы можете видеть, я только, честно говоря, не поняла. Я так понимаю, что это две водички именно из женской коллекции. Вот, всего лишь наборчик за 69 рублей. Так что тоже неплохой формат. Так, что же у меня там было еще? Сейчас мы с вами посмотрим. Так... И мы с вами приходим... Нет, что-то я не то отметила. В общем, я себе еще присмотрела тональную основу по очень хорошей цене. Так, к тональной основе мы сейчас вернемся. Я себе присмотрела тушь для ресниц с эффектом дуохрома. Очень хорошая скидка на нее будет. Так что я тоже планирую ее взять. Так, и вот здесь на следующей странице...
Да, та самая тональная основа из серии Illu Skin. На самом деле, когда она только вышла, я хотела ее взять, но у меня были тональные основы, и я ее, конечно же, не взяла. И сейчас она будет по очень хорошей цене, 399 рублей, но минус скидка партнера, естественно. Так что очень хороший каталог, здесь много разных и помады, по декоративной косметике очень большое количество скидок, также очень хорошие скидки на парфюм, особенно на новый парфюм, та же самая коллекция Women's Collection. Посмотрите, здесь, в общем-то, очень хорошие скидки и вообще, конечно, так, вот та самая новинка Radiant Peony. Я вам сейчас постараюсь зачитать. Аромат цветочный, фруктовый, зеленый. Здесь у нас утренняя магнолия, пион и мускус. Вот, так что это вот как раз-таки вторая новиночка из этой серии. Кто пользовался, может быть, кто-то есть из вас, кто наносил уже на свою кожу, на одежду, кто тестировал, расскажите, пожалуйста, долго ли у вас держится этот аромат. И пахнет ли он все-таки действительно пионом, либо каким-то, может быть, другим ароматом на вас раскрывается. Просто очень интересно ваше мнение. Вот, так, ну из этой же коллекции давайте посмотрим. Здесь у нас как раз-таки есть еще Delicate Cherry Blossom, сладкий миндаль, вишневый цвет и кедр. И цветочный... Collection Jasmine, ландыш, жасмин и белый мускус. Вот, честно говоря, аромат Cherry Blossom, по-моему, я брала, но я его подарила, поэтому у меня не было возможности, конечно же, его протестировать. Собственно говоря, вот мой небольшой такой планчик на следующий каталог. Вот, так что присмотритесь, если у кого-то какие-то вопросы будут, пишите. Кстати, очень хорошие скидки будут также на серию Feminelle. Может быть, я себе тоже еще что-то и приобрету. Ну что ж, всем хороших выходных. Всем пока-пока.